Сегодня я расскажу вам историю о том, как славный беловолосый воин Пути Волка решил бросить путь стального и серебряного меча и отдаться на веру серебряным болтам и осколочным бомбам. Сегодня мы узнаем его историю. Привет, ковбой, с вами Войс Ребус и просто канал об играх. Начну так. Билд на арбалетчика меня удивил, приятно удивил. Неожиданно интересно было превратить на некоторое время ведьмака в шутан, а арбалет для сбивания летающих тварей в своеобразный миниган для уничтожения жизни на земле. Кстати, если вы только что к нам присоединились, то я крайне рекомендую первым делом посмотреть прошлое видео про билд на арбалетчика, так как в этом видео про бомбера будут использованы некоторые отсылки к нему. Кликайте на само видео или на ссылку в описании. Ну а с теми, кто остался или уже вернулся, мы отправляемся в не менее захватывающее изучение скиллов бомбера, с надеждой удивиться не меньше, чем с арбалетом и планами по созданию убер необычно уникального билда арбобомбера. Поехали! Билд на бомбера мы будем разбирать, опираясь не на навыки, как обычно, а на три главных особенности использования бомб. Во-первых, чрезвычайно ограниченный боезапас. В зависимости от реликтовости бомб, их у вас от 1 до 4. То есть пара случайных бросков мимо цели, и ваших бомб уже может не быть. Ситуацию спасает то, что бомбы можно менять в бою, и их довольно много разных. Но усугубляет тот факт, что только одна бомба под названием «Картечь» наносит действительно большой прямой урон. Все остальные в 2-3 раза слабее и дополнительно наносят небольшой критический, растянутый во времени урон. А часть бомб так и просто несет эффект ошеломления заморозки, без урона, и для боя только ими вообще не подходит. Но расстраиваться рано. Есть три способа увеличить количество бомб. Во-первых, навык «Эффективность» из линейки алхимии, которая дает дополнительную связку из 5 бомб, неважно сколько было, станет плюс 5. Во-вторых, полный сет мантикоры из 6 сетовых единиц дает плюс 1 ко всем алхимическим элементам, в том числе и бомбам. Пользоваться можно, но лично я данный пункт пропускаю, так как есть возможность более эффективно использовать доспехи. В-третьих, отвар из Куролиска, который, как и полный сет мантикоры, может увеличить все алхимические элементы на 1 единицу. И, наконец, в-четвертых, улучшенный алхимический стол, что стоит в поместье Корва Бьянка, дает дополнительную бомбу при его использовании. Используем всегда, если есть на это возможность. Итого, по моим подсчетам, если использовать все, что было перечислено, то у нас становится 12 бомб. Весьма недурно и гораздо больше, чем 4. Вторая особенность — это ограниченный, неповышаемый урон. Помните наш арбалетный билд и возможность увеличения урона за счет увеличения силы атаки? А то, как мы разогнали атаку клинками и силу знаков, помните? С бомбами это не действует. Ни целевые навыки брони, ни адреналин, ни мутагены, синергии. Что бы вы ни делали, урон как был базовым, который написан в описании, таким и останется. Для справки, самая сильная бомба, картечь, мы ранее ее упоминали, наносит всего 900 урона. Даже 12 бомб, умноженных на 900 урона, получается очень неплохой показатель, чуть больше, чем в 10 тысяч. Очень неплохой показатель в 10 тысяч. И это все бомбы, картечь, которые у нас есть. Нет, это никуда не годится. Давайте усиливать. Для начала есть целых два навыка, увеличивающих прямой урон. Взрывное дело из линейки алхимии, дающий всем бомбам по плюс 150 урона. Было 900, стало 1050. Было 0, стало 150. Ну или около того. Иногда это может спасти вам жизнь. Но что лучше? Этот навык коррелируется со вторым навыком — тяжелая артиллерия, который увеличивает урон на 200%, но взамен забирает 50% бомб. Готовы ли вы расстаться с половиной бомб в угоду урону? Решайте сами. Но даже применяя два этих навыка, колоссальных показателей урона вы не добьетесь. И тут вновь вступает в силу сет мантикоры, а точнее не полный сет, а ее три гроссмейстерских элемента, которые дают бомбам возможность наносить критический урон. Раньше они не критовали, а теперь делают это. И наша цель — максимизировать шанс крита и силу крита, так как это самый верный путь
путь к увеличению урона. В этом нам помогает сет на силу крита, который включает доспех, зачарованный на легкость, сапоги и стальной меч мантикоры, плюс нильфгаардские перчатки и штаны новолуния. Обязательно берем целевой навык легкой брони, техника школы кота, так как у него в описании фигурируют слова «каждый элемент легкого доспеха увеличивает критический урон на 25%». И только потом, еще по 5% к силе легкой атаки. Помните мое видео по максимизации урона, где мы нанесли практически 300 тысяч урона за удар? Ссылка на него есть в описании, кстати. Именно поэтому я носил там легкий доспех, а не тяжелый, так как прирост от крита был больше, чем просто от сильного удара. А также берем и используем все, что повышает шансы силу крита. Например, навык убийственный кураж. Или отвар из катакана, к примеру. Но даже тогда наш урон едва-едва доходит до 13 тысяч за одну самую сильную бомбу, которых у нас, кстати, всего 5. Учитывая мой самый сильный удар почти в 300 тысяч, стабильные удары в 60 тысяч мечом, критические эффекты от Игни в 30 тысяч, я бы сказал, что пока это провал. Итак, мы уже знаем, что бомбы, даже со всеми прокачками, точно не бесконечное оружие с весьма и весьма ограниченным уроном. Так в чем же прикол тогда, кроме как хардкора для любителей необычных билдов вроде меня, в использовании этого билда? Так вот, на самом деле есть прикол. Бомбы — это единственное дальнобойное массовое оружие, причем действительно массовое, в отличие от тех же арбалетных стрел. За это отвечает навык «кластерные бомбы». Когда ты кидаешь свою бомбу, по сути, это не бомба, а бомбоноситель, который при соприкосновении с целью разрывается на 6 осколков, идентичных нормальной бомбе, которые, взрываясь, наносят массовый урон по большой области. И вот это уже меняет все. Сами посчитайте, 13 тысяч урона умножаем на 6 бомб в кластере, получаем практически 80 тысяч урона за одну связку, а их у нас 5. Учитывая, что в среднем хп неусильных врагов меньше 60 тысяч и поистине массовый охват бомб, я бы сказал, что это относительно ваншот ванкил. Есть еще несколько особенностей применения бомберского билда. Главное из них — это то, что на тебя действуют все эффекты от бомб. Например, ты можешь сам себя ослепить, поджечь или просто-напросто нанести урон. Чтобы этого не происходило, есть специальный навык в пылу битвы, который отменяет действие всех бомб и арбалетных болтов на ведьмака. Уж не знаю каким образом, но точно отменяет. И, так же как у арбалетчика, есть навык «Верная рука», который замедляет время при прицеливании. И если в арбалете это нужно было скорее для выцеливания цели, то для бомб это больше подходит для выцеливания мест, куда кинуть кучку гранат, чтобы охватить побольше врагов. И есть еще один навык – «Продвинутая механика», для выработки адреналина при нанесении урона бомбами. Стоит использовать только если вам нужен адреналин в бою, или вы как-то его использовали. Или, как у меня, есть пустые ячейки. В итоге наш билд выглядит примерно вот так. Сборный сет на силу и шанс критического урона. Стальной меч мантикоры и серебряный рандит, просто чтобы был. Из навыков, кроме ранее упомянутых, я взял все классические скиллы из алхимии на увеличение порога интоксикации, передозировки, а также усиление мутагенов и несколько необязательных навыков из красных для сохранения адреналина, его добавления в начале боя и воскрешения в дань традиции. Не зря же мы брали навык на выработку адреналина. В последнюю оставшуюся ячейку я ставлю смертельную точку. Это единственный скилл, который работает напрямую с бомбами, а еще с арбалетами, клинками, но не забывайте про адреналин, который необходим для работы этого навыка. Мутация у меня стоит мутация кожи для защиты, но на сам билд она напрямую не влияет и по необходимости может быть заменена на любую другую на выбор. Мутагены все зеленые, на хп, так как другие нам ничем просто помочь не могут. Из эликсиров катакан, куралиск и экима для восстановления хп. И возможно стоит присмотреться к доплеру и его урону со спины вместо катакана. Из зелий, пожалуй, важен только лес Морибора для замедления времени. Из бомб советую ставить северный ветер для замораживания замедления врагов и картечь для их уничтожения. Вроде бы это самые эффективные бомбы. Ну а на этом билд на бомбера собран. Но... Surprise, motherfucker!
Теперь вы знаете, что бомбер это не так уж и плохо, и даже более интересно и эффектно, чем арбалетчик, как по-моему. Но не забывайте про первую особенность – ограниченный боезапас. Сам по себе данный билд может подвести, если промахнуться, если не сработают криты, или наткнуться на случайный бой. Его нужно чем-то доработать, чем-то, что наносит прямой и постоянный урон. Это могут быть мечи. Необходимо просто освободить несколько необязательных навыков для усиления урона от мечей и заменить мутацию кожи на эйфорию. И никто не помешает вам сначала поджечь врагов, потом ослепить их и в конце добить клинками. Да я уверен, что этот билд даже с магией можно применять и создавать, например, огненного бомбермена. Или, как вы уже узнали из моей вступительной речи, объединить его с арбалетом, поставив мутацию кошачьи глаза, буквально два навыка орлиный глаз и трюкач для повышения эффективности ведения боя за арбалетчика и молниеносные рефлексы для замедления времени во время прицеливания. Вот это и есть арбобомберский билд. По-моему, очень необычный и довольно хардкорный, хотя и страдает теми же проблемами, что и обычный билд на арбалетчика с противниками сотого уровня. Да и переключаться между бомбами и арбалетом не очень удобно. Но самое вкусное напоследок. Вы ведь помните бомбу «Северный ветер», которая замораживает врагов? Если такого замороженного ударить обычным кулаком, то по нему наносится невероятный критический урон, и практически всегда цель разбивается вдребезги. Кто проходит игру второй раз, крайне советую поиграться с этими элементами. Тут и новый геймплей, и новые впечатления, и новые тактики. Я уже вижу картину с полем боя, полным ядовитого газа от чертового гриба, который весь объят пламенем от подожженного сна дракона, где стоят замороженные северным ветром противники, и Геральт посреди этого пиршества войны с арбалетом наперевес. Ну а на этом все, ребята, видео заслужило лайка и подписки на канал. Этот билд был записан, но еще до того, как комп сломался. Но из-за того, что полетел жесткий диск и все данные были стерты, пришлось его восстанавливать. Более того, при монтаже и рендеринге видео я столкнулся с целой кучей проблем, которые возникли только при работе с тяжелым видео. И мне пришлось несколько раз перезаписывать исходники видео, звуки и даже пару раз перерендерить этот проект. Именно поэтому я не успел выпустить его на выходных. Но, по-моему, получилось очень даже неплохо. А учитывая, что теперь уж точно все настроено нормально, видео будут выходить немножко почаще. И пока я делал этот билд, мне захотелось побольше побегать за бомбомечника и арбобомбера. Если эти билды сами по себе окажутся интересными, то я, может быть, сниму о них отдельное видео, но чуть-чуть попозже. Следующее видео будет посвящено сопротивлению и все, что с этим связано, как продолжение подготовки к идеальному билду на выживание. Пишите в комментариях, какой билд делать после сопротивления, а по лайкам и частоте упоминания я пойму, какой наиболее интересен вам. А мы увидимся в следующем видео, и пока, на этом всем пока-пока!